Здорово, бойцы! Сегодня играем с вами в игру под названием Eternal Battlefield. Это, короче, стратегия в реальном времени или что-то такое похожее на стратегию в реальном времени. Вот, игруха, короче, на английском. Ну, попробуем немного разобраться. И игра, короче, в Steam полностью бесплатная. Вот, так что она попадет у нас в рубрику «Бесплатные игры». Вот. Как-то так. Что-то оно у меня открылось, короче, в окне. Да ладно. И где, мать его, звук? О! Звук появился. Короче, что-то... Реал матч какой-то. Ой. Ой. Ну, допустим, на Е нажмем. Ага. Вот так. Я не понял, что я сделал, короче, но... А, смотри, они за мышкой вот бегут. Наша орда бежит за мышкой. Окей. Навести... А, варнинг, осторожно. Это мы знаем, осторожно. Так, смотри. Вот так. Еще раз Е. Село на село. Мать его. Ку. Короче, тут всякие суперудары, походу. И что-то у нас тут копится, смотри. Какая-то херодень, у нас 36 штук. Какой-то штукенцы. Вот. И здесь вот что-то у нас тут появилось. Ну-ка, давай-ка попробуем нажать. Сейчас загасим эту толпу. Я думаю, смотри, левел ап. А, здесь, короче, покупать что-то, да? Рекруты какие-то. Ну давай. Лови. Ничего не понятно, правда? Ну, ничего не понятно, но мы выиграли. Как-то мы выиграли, короче. Вот. Итак. Первое место мы заняли. Там показывают. Король. Теперь главное, чтобы корона не свалилась с головы. Так, сегодня мы с вами как бы так, ну как, первый взгляд, одним глазком взглянем на эту игру. Если кому зайдет, пишите в комментариях, обязательно продолжить, не продолжить, и тогда мы... Если проголосуете продолжить разбираться в игре, то мы с вами попробуем еще. Смотри, чувачки побежали, давай. Они бьются автоматически, я вот не понимаю. Так, замочили, да, вроде? Гляди. А! Вот эта штука. Это возрождение, короче, героев, я так понимаю, да? Я вот сейчас нажал, у нас появился чувак в команде. Вот. А? Смотри, вот две штуки, да, смотри. Раз. И два чувака появилось у нас в команде. Отлично. Ну-ка давай. Этих сейчас загасим. Отлично. Замесили. Еще. Так, смотри, можем что-то купить. Отлично. В команду добавились у нас какие-то рыцари непонятные. Так, смотри, здесь по карте можно бегать. Тут помимо нас еще бегают другие чуваки. Так, сейчас тебе. Отлично. Так, а вот это что такое? Это можно брать? А, нет. Ладно. А, это эльфы, эльфы. Загасим эльфов, короче. Смотри, а у нас какой-то этот, главнокомандующий, какой-то лев. Окей. Ну такая, странненькая какая-то игрушка из себя. Вот. Так, смотри, какое-то дерево, вонючее дерево. О, какой-то здоровяк. Большой рыцарь. Ну-ка, давай-ка я тебя сейчас... копиями своими загашу. Отлично. Смотри, какой черт с нами. Какой-то ангел, архангел с нами теперь летает. Окей. Какой-то
Бог. Бог огня какой-то. Давай, гаси. Или это не бог огня? Ну, короче, там что-то была надпись. Бог огня какой-то. Не знаю. Так, давай-ка. Нам, в принципе, я так понял, нам надо карту, короче, зачищать, да? Бегать, зачищать карту. А, ну смотри, там вон время у нас наверху еще есть. О, нифига там трэш творится. Отлично. Давай загасим вот этих нежить. Нежить. Гаси нежить. Такими штуками его. Отлично. Завалили. Смотри, там... Там смерть с косой. Я не знаю, звук не очень громкий. Слышно меня или нет вообще? Потому что... Как здесь звук убавить? Я не в курсах вообще. Смотри, левел ап. Так. Давай мы сейчас... У меня команда, короче, что-то всех сама рубит. Непонятно. Вот. Давай-ка вот этого. Смерть с косой сейчас завалим. Да, сейчас мы всеми штуками. Ух ты, нифига себе, смотри, какая штукенция. О, что за трэш происходит. А во время боя нельзя, короче, да, возродить. Смотри, у меня 70 людей появилось, и которых я могу возродить. О, это другое дело. Погнали дальше. Погнали дальше мочить всех. У нас там перезарядка идет. Перезарядка оружия. Еще один левел ап. Погоди, сейчас мы напокупаем всякого. У меня из людей осталось вообще совсем ничего. Так, окей. Возродились. Погнали. Смотри, у нас три архангела. Три архангела, мать его. Сейчас я... Погоди, я сейчас крутой штукой долбану. Ты куда побежал? Куда ты в лаву побежал? Ладно. Нападай, мочи. Ой-ой-ой-ой-ой. Я чё, один остался? А, нет, смотри. А чё я не могу возродить? О. Охренеть, мы, короче, забрались в какую-то непонятную дичь. Так, погоди, сейчас мы ещё что-нибудь сейчас купим. Давай мы сейчас... А, меня загасили или мы выиграли? А, мы выиграли, смотри. Окей. Так, смотри. Ящик золота наполнился. Окей, 39, что там? Завалило нахер. Окей. Четвертый ранг, что ли, одну звездочку получили какую-то. Окей. Смотри, здесь у нас... Триал какой-то. Значит, триал это, по-моему, как платная версия, что ли. Ладно. Фоллоу. Так. О! А, это, короче, это была типа как тренировка. Да, тренировка. И можно, смотри, здесь набрать имя. Ну, давай наберем 7. А, тут через пробел нельзя. Ну, 7 хана, короче. Наберем 7 хана. И будем за мальчишек играть. Окей. Так. Первый день, смотри, здесь welcome бонус, можно, короче, бонусы, каждый день заходить и бонусы всякие получать, окей, 10 косарей,
10 коинов, короче. 10 тысяч коинов. Вот, вот так вот будет. Точнее. Окей. Забрали. Смотри, Free Games. Что-то бесплатная игра какая-то. Бла-бла-бла. Здесь непонятно. Submit. Непонятно, короче. Что это? Так, окей. Давай-ка. О! Теперь мы нашли, как музыку можно убавить. Вот. Давай-ка сделаем вот так. Оу! Я вообще вышел из игры. Короче, ну, я там вырезал. Я случайно вышел, короче, из игры. Вот. И давайте-ка. Это наверное, что у нас? Это, наверное, у нас чат. Окей. Его трогать не будем. Так. Здесь понятно. Погоди. Windows. В окне. Ну ладно, пускай будет в окне. У меня пускай будет в окне, а у вас будет на весь экран. Так, письма, вся фигня. Тра-та-та. Окей. Еще есть здесь normal match какой-то. Gold 5. Наверное, ранг надо какой-то, да, повышать, чтобы нормальный матч. И ranked match. Это, я не знаю, это быстрый матч, наверное. Окей. Давай нажмем то, что у нас открыто. Всем хана идет в бой. Окей. Всем хана. Погнали. Дальше. Так, смотри, на карте появилась всякая дичь. Давай будем очищать. Нам, в принципе, надо продержаться, я так понимаю, 10 минут. Хотя в прошлый раз мы как-то, да, продержались меньше. Это в нашей команде, да, чувак находится? Он Зия. Зия находится в нашей команде. Мы с ним не можем сражаться. Окей. Погнали. Ну давайте, враги, где вы? Всем хана. Идет вас карать. О, отлично. Сейчас поднакопим, короче, мы чувачков, чтобы возродить. Эдди, куда-то я убежал с поля боя. Отлично. Вот это что за зеленые шарики? Понятно. Так, смотри, я могу что-то купить. Окей. А, новых бойцов. Вот эти бойцы нормальные, чуваки. Я их помню. Так, давай, возродим. Окей, отлично. О, смотри, мы кого-то там замочили. А, мы просто помогли. Окей, погнали дальше. Погнали дальше, смотри. Идем к какой-то непонятной короне. О, какой-то, короче, полководец. Давай-ка его сейчас загасим. Все, кирдык. Кирдык чуваку. Hold left mouse button. Так, просто смели. Иди сюда, смотри, смотри, от нас побежал. От нас побежал, боится, да? Давай я тебя сейчас догоню. И нахлобучу. Это трава такая зеленая или это какой-то газ? Иди сюда. Ух ты, смотри. Какая-то морда пробежала. Ну-ка. Сюда иди. Ух ты, какая-то пентаграмма. Мы добрались до какой-то пентаграммы непонятной. А суперудар, смотри, надо левел 4 заработать, чтобы у нас суперудар заработал. Так, можем купить. Level up. Отлично. Я не понимаю, мы выигрываем или нет. Так, возродимся. Отлично. Во-во-во-во. Нашли кого-то. Нашли чуваков, которых можно загасить. Так, ладно. Смотри, а заметил, да, карта, смотри, сужается. Она становится меньше. О, смотри, какой-то дракон. Сейчас мы на него нападем. Давай-ка мы сейчас смерть вот эту загасим. И потом на дракона. Так. У нас еще есть вот так. Можно купить.
Отлично, отлично. Так, возродим чуваков. Ух ты, смотри. У нас Архангел теперь в команде. Погнали мочить дракона. Ух ты, что-то всех так раскидало-то, расшвыряло. Мочим, мочим. Суперудар. У нас открылся суперудар. Неплохо. Кирдык тебе, дракон. Ой. Левел ап. Возродись. Отлично. Так, еще купим сейчас чувачков. Окей. Смотри. Еще красная команда, еще вражеские идут. Чуваки. Сейчас мы их тоже загасим. Отлично. Еще, еще, еще. Мочим, мочим. По злодою. Так, сейчас мы еще купим солдат себе в армию. Ух ты! А у нас, смотри, какой-то дракон находится в команде. Так, может возродиться? Давай возродимся. Да, на карте у нас еще есть еще один противник. Так, суперудар. Только куда-то в свою команду его бросил. Этот суперудар. Так, смотри, они куда-то побежали. Далеко не убежать, карта сузилась. Так что она вам всем. Отлично, отлично, мы выиграли. Что значит 66? Это 66 уровень или что это? Мы снова победили. Отлично. Давай закидай нас золотом. Хочу почувствовать себя Скруджем Макдаком. Отлично. О, две звезды. Две звезды, это круто. Всем хана, мы смотри. Мы на втором месте, да, получается? Плохо. Или даже на первом. Первый. Первый ранг, что ли? Короче. А, партнер. Зия. Мы на первом месте, короче, с Зией. С партнером с нашим. Отлично. Все чутенько. Так. Окей. Welcome бонус. Да. Не берется. Не берется у нас welcome бонус, короче. Так. В принципе, здесь выбирать больше. Здесь выбирать-то нечего, да? В принципе, как-то так. Вот. Регион, смотри, тут есть. Это нам не выбрать. Закрыто. Ну, давай еще. Еще один раз. Еще разок. Пробежимся по карте. Так, смотри, у нас теперь какой-то Франзен в команде. Окей. Так, мы не в ту сторону побежали. О, смотри, там уже гасит. Что? Эту мелочь пузатую сейчас все вырежем. Так. Надо немножко накопить, короче, солдат, наверное, я думаю, да? Вот. Так. А, ноль. Нам ничего не купить. Помогаем нашему партнеру. Отлично. О, отлично, мы можем теперь купить. Давайте вот этих вот. Мне нравятся вот эти рыцари. Чуваки хорошие. Так. Можно вон загасить. Небольшой отрядик. О, левел ап, отлично.
Гасим, гасим, смотри, от нас удирает, да? Сыт! Чувак, сыт! Отлично. А, чё, ты... А, замочили, что ли, моего? А, нифига себе. Чё-то какая-то там... Или нет? Какая-то такая табличка, короче, появилась, что так мне такое ощущение, как будто замочили нашего партнера. Так, давай-ка вот этих рыцарей. Отлично. Вот это тут... А! Две команды на одного, нечестно, нечестно. Давай-ка. Level up. Ой-ой-ой-ой, ты смотри, у меня народу-то вообще маломальский. Ну, довались. Так. Ну да, нашего партнера замочили, у нас, короче, команда-то... Одна осталась. О, напали, напали. Так. Скелетонов мочим. Сейчас мы тут кого-нибудь. О, маги. Маги у нас теперь в команде. Ух ты там, дракон. Мочили. Давай, мочи, мочи дракона. А, смерть еще прилетела там. Так, 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 надо свалить, свалить. Возродиться-то можно, нет? Возроди кого-нибудь. Отлично. Магов еще нам надо. Давай, мочи. Ну, мы, короче, не выживем, наверное. Мне такое ощущение, что... Нет, не получится. Я один остался, ё-моё! Ладно, возродимся. Возродимся. Так. Этих не купить? Ладно, давай нам еще магов. О! Короче, кирдык. А нет, смотри, справились, справились. Я думал, сейчас все. Капец. Давай еще нам рыцарей. Так, 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 оружие. Давай нам суперудар. Отлично, возродимся. Еще рыцари в команду. Мочите, мочите. Мы должны выжить. От этого зависит судьба планеты. Так, рыцари в команду. Возродимся. Давай, 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 давай. Осталось-то, в принципе, херня. Мы должны. Отлично, отлично. Мы выиграли. Справились. Отлично. Вжало просто, просто вжало. Бонусов, наверное, понабирали всякие. Штяк. О, смотри. 4-5 звезд надо теперь набрать. А почему партнер у нас на первом месте? Я не могу понять. Он сдох в начале, короче, боя. Отлично. Можно забрать бонус. Ништяк.
Еще 10 тысяч коинов. Так, детали тут непонятные. Окей. Как это покупать, короче, донаты всякие. Это что у нас? Это же донаты. Понятно. Всякие донаты, это нам не взять больше. Надо, это что у нас? А, смотри, бонусы всякие можно позабирать. Что за суммон? О, смотри, какой-то кристаллик. Неплохо. Фри. Бесплатный. Так. Что-то кого-то, короче, мы выбрали. Кого-то выиграли. Окей. 1000 коинов можно, смотри, заплатить. И еще один. О! Какой-то у нас эпический автер. Ладно. Так. Смотри, тут можем выбирать теперь. Выбирать тут героев каких-то. Смотри, цветок одноглазый. Что значит awakening? Окей, здесь разбираться и разбираться. Я себе. Эльфы. Люди. Мы играли людьми, получается. А, это раз. Мы типа расу открыли, что ли, или что-то такое. Короче, надо разбираться. Вот. Понятно. Окей. Ну что, друзья? Вот. А, посмотрели так одним глазком игру, да. В принципе, такая, ну, веселая, да. В принципе, можно погамать. А вы пишите в комментариях, если вам зашло, то мы еще запишем видос по этой игре. Вот. Ну и кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. С вами был Валерий. Всем пока.